I've got no service in the club. Сейчас у меня такой голос немного странный, потому что я приболела, вот. Но я не хочу лежать просто без дела и решила записать вам это видео. Посмотрите, вы видите, что на мне опять снова новый образ, у меня розовые волосы. Вот, я хотела поделиться с вами небольшим секретом, как достичь такого цвета. Сейчас от Estelle вышла новая краска, экстра. Вот, и здесь, по-моему, я не помню, там сколько, 7 цветов или 8. Я взяла розовую краску, и самое интересное, что я разбавляла ее с бальзамом. Вот я взяла Vitex Reviver. Вот, примерно, если так сравнивать, здесь 60 мл, я брала примерно 30, так, на длину. Вот, но я, видите, с растяжкой, то есть в конце я решила ставить цвет на свои любимые. Примерно брала 10 мл, и где-то, может быть, ну, столовую ложку, если так объясню. Примерно может ложечек 4-5, в зависимости от того оттенка вы хотите добиться в результате. Если хотите яркости, то, конечно, можно и не смешивать. Здесь идет он без оксигента, поэтому не вредит вашим волосам, он просто научится смываться. Время выдержки также зависит от желаемого оттенка, от 2 до 20 минут. Конечно, лучше, чтобы была сразу светленная база, если вы хотите такой яркий цвет. Я думаю, парфюмеры уже знают об этой новинке, я наконец-то дошла до этого. Не бойтесь экспериментировать, это все классно, ярко и стильно. Надеюсь, вам это была полезная информация. Напишите в шрифт «Пальцы вверх», подписывайтесь на свой канал. Буду новые разные фишки вам рассказывать. А на этом все, и до новых встреч, пока!